Большинству людей еще уже терять нечего, поэтому люди говорят уже, давайте бомбить Украину, потому что это уже невыносимо. Это ни в какие рамки. На протяжении очень долгого времени людей убивали, держали вот это вот окружение. Это было ужасно. Постоянно какой-то страх, постоянно какая-то... Ну, это очень тяжело терпеть на протяжении долгих лет. Конечно, мы все привыкаем, но когда видишь, что есть другая жизнь, ну, начинается как-то тоже и завидно, и хочется жить как все, и почему только именно мы. Ну, люди, правда, очень сильно устали, люди вымотаны, и поэтому они согласны на любую помощь, они очень рады, что нам оказывается помощь. Ну, собственно, мы рады, что Россия пришла за нас заступиться. Мы очень этому рады и благодарны.